Я задам вам один вопрос. У вас счастливый брак? Я думаю, нам нужна пауза. А что случилось? Я заправлюсь. Бак пустой. Ты сердишься на меня из-за работы, потому что редко бываю дома? Уилл, я не могу ответить, я не знаю. Как это ты не знаешь? Я же вижу, что ты бываешь недовольна, но я не понимаю, почему. Я просто к тебе больше ничего не чувствую. Я ищу жену. Вы не видели тут женщину? Нет, не видел. Лиза? 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 Лиза здесь? Нет, она... Она не с тобой? Так вы же ехали вместе. Она была со мной, но потом вдруг исчезла. Вы поссорились. Сейчас объявится. 911, чем помочь? Я хочу заявить о пропаже человека, моей жены. Нам нужна запись камеры слежения. Да, она давно сломана. Вы сказали, что камера не работает. Но она включена. Да, она. Я же говорю... Мне нужна запись. Камера... Дай ее! Эй, ладно, бери! Да что же тут происходит? Кто это? Скажите, у вас была интрижка? Нет, я не изменял жене. А она вам? Где она? Прошу выйти из машины. Пожалуйста, откройте багажник. Я обычный человек. Без каких-то суперспособностей. Я не из спецназа, не из ФБР. Но если кто-то тронет мою жену, то заплатит сполна.